культуры Кустанайской области стартовали в столице 5 августа. Более 300 человек во главе с акимом области посетили Астану, чтобы показать, чем славится Кустанайская земля. Свое творчество представили художники, ремесленники и скульпторы нашего региона. Дни Кустанайской области – это в первую очередь именно культурная программа. В столицу поехали два театра – Русский драматический и Казахский театр драмы. Лучшие творческие коллективы региона выступали на территории Экспо и в столичных театрах. Кустанайская область – очень богатый край. И земли ископаемыми, урожаем своим. Самый главный богатство это Кустанай, это люди. Это люди тружники, тружники села, тружники производства, тружники гуманитарной науки. В столице прошла и ярмарка распродажа. Из Кустанайской области отправили в Астану более 650 тонн продукции. Это мучные, макароны, молочные и колбасные изделия из 11 регионов области. Причем продают столичным жителям все по ценам производителя. Особенно тепло прошла встреча кустанайцев с людьми, которые родились в нашей области и многое сделали для ее развития. Кустанайская область достойно занимает место в республике по всем показателям. Это гордостью, можно сказать. И вот эти люди, которые сегодня здесь, и старшие, и младшие поколения, и те, кто сегодня руководит, они огромный труд в это дело внесли. Архимед Мухамбетов наградил юбилейной медалью 80 лет Кустанайской области двух экс-акимов региона. В торжественной обстановке медаль получили казахстанские государственные деятели Умирзак Шукеев и Сергей Кулагин. Дорогие мои кустанайцы, 8 лет моей работы совместно с вами, конечно, внесли в мою судьбу значительные изменения. Изменения и перспективу. Кустанайская область – это одна из величайших областей нашей республики. Это житница страны, и не только житница страны, это и промышленный гигант. Сегодня уже 60-й день выставки. Про энергосбережение на Экспо-2017 не только говорят и показывают изобретения и современные технологии. По всему Казахстану ее применяют на практике. Кустанайская область не исключение. Предприятиями частного и бюджетного сектора вложено в модернизацию оборудования, внедрение энергосбережения более 12 миллиардов тенге. Уже за несколько лет получена реальная экономия в размере 2 миллиарда 300 миллионов. То есть мероприятие энергосбережения реально окупается. По словам Алматы Исинбаева, Астану в составе делегации посетили руководители многих предприятий и вузов, которые готовят кадры в области энергетики и энергосбережения. На Экспо кустанайцы познакомились с достижениями ведущих государств мира в области энергосбережения. Главная цель посещения выставки Экспо – не просто познакомиться с технологиями, а взять их на вооружение, чтобы применять их в нашем регионе. Софья Чернова, город Астана.